Я этнический армянин, да, из крымских армян, причем наполовину. У меня папа армянин, а мама донская казачка. Но с детства я ощущал все-таки свою армянскую аутентичность, потому что дедушка с бабушкой, они, в общем-то, воспитывали на армянских исторических романах. Крымские армяне сохранили свою аутентичность. Мои дедушка и бабушка, я помню, они прекрасно читали, писали на армянском языке, хотя диалект, конечно же, он отличается от Грабара, скажем так. Перед тем, как попасть в Крым, эти армяне жили в древней столице Ани и попали в Крым в X веке. Я решил стать вообще, в принципе, доктором. Надо сказать, что мои дедушка и бабушка, они оба были врачами. И когда пришла пора выбирать профессию, конечно же, они приложили максимум усилий, чтобы заразить меня, скажем так, романтикой медицины. Для меня медицина была это только хирургия. Когда я заканчивал медуниверситет, это было как раз, когда рухнул железный занавес. И пластическая хирургия, она, в общем-то, начала проникать в постсоветское пространство. Мне это было очень интересно. Например, папа у меня архитектор, он все время хотел из меня сделать художника. Мне это не очень нравилось. Может быть, это некий компромисс между тем, что хотели бабушка с дедушкой и что хотел папа. Основное мое направление – это эстетическая хирургия. И это, конечно, хирургия красоты и качества жизни. Я открыл две клиники частных. В России это крайне тяжело. В Ростове достаточно серьезная конкуренция пластических хирургов. И в Ростове она более жестче, чем, допустим, в Ереване, потому что там подавляющее большинство пластических хирургов – это именно эстетические хирурги. А в Ереване несколько другая направленность. В Ереване существует великолепная школа реконструктивной хирургии. Да? Это совсем другое направление. Это хирургия, которая восстанавливает что-то утраченное. С моей точки зрения, любой пластический хирург должен выйти из какой-то другой хирургии для того, чтобы обладать общехирургическими навыками. Эстетическая хирургия в Ереване, она сейчас развивается. Если брать эстетические направления, как хороший смаз-лифт, как экспертного уровня липоскульптура, high definition, глютеопластика, мамопластика, она еще будет очень сильно развиваться в Ереване. Когда я первый раз приехал в Армению в 2011 году, я приехал традиционно на стажировку по ринопластике. И мой коллега, у которого я стажировался, он меня попросил: сделай, пожалуйста, моей пациентке липоскульптуру. Я удивился, говорю: а почему ты ее сам не делаешь? Он мне рассказал, что нету просто такого запроса. Да? То есть существуют в определенном социуме определенные тренды, запросы. Армянская девушка, она совершенно не стремится быть какой-то худышкой безупречной, она и так органична в своем натуральном теле. Да? Но так было в 2011 году. Сейчас уже тренды все-таки изменились. И на самом деле существует определенный стандарт, эталон красоты, общемировой. Да? Вот какие пропорции характерны для индоевропейского носа классического, да? И если этот нос сделать красивый, с полностью четкими линиями, то почему нет? Я не думаю, что это проблема, что у всех одинаковые носы. Наоборот, если бы все носы были одинаково, максимально приближены вот к этому стандарту, ну, это было бы классно. У меня консультация начинается. Первое, с оценки дыхания, без этого ни о какой эстетической ринопластике говорить нельзя. И потом я даже сам прошу пациентов подобрать в интернете свой типаж лица с носом, который им нравится. Первое, что должен оценить хирург, это адекватность пожеланий пациента. Если мы видим, что пожелания адекватны, что такой нос можно сделать, мы продолжаем разговор дальше. Следующий вопрос, который хирург должен оценить,
это свою техническую возможность сделать именно то, что хочет пациент. Третий вопрос. Велики ли риски? Это нужно оценивать обязательно, потому что это все-таки эстетическая хирургия, и здоровый человек должен минимально рисковать. Мои планы всегда с Арменией были связаны. Я всегда старался поддерживать теплые отношения с коллегами, по возможности приезжать в Армению. Но в последние годы мне просто хочется что-то сделать полезное. Я вижу это только на данный момент в помощи молодым хирургам, которые хотят прокачаться именно в эстетической хирургии. Если какой-то коллега хочет получить какую-то стажировку, такую достаточно мощную, жесткую, у меня достаточно хорошо отработан учебный процесс, то он всегда может рассчитывать приехать в мою клинику, и я его всегда прокачаю, причем на хорошем уровне. Существует 4 степени гравитационного птоза, то есть возрастных изменений, если мы говорим о лице. Инъекциями реально можно корректировать только лишь первую степень этих изменений. А что мы видим постоянно в нашей практике? Что косметолог до последнего будет вводить вот эту субстанцию драгоценную и дорогую, на которой он зарабатывает, когда уже и третья, и четвертая стадии птоза. И получается достаточно неестественный, комичный порою вид. Это раз. А во-вторых, мы же все это разгребаем, когда делаем операцию. И инъекции – это одна из самых безобидных вещей, которые мы потом видим, когда открываем лицо. А гораздо хуже – это нити, введенные не по показаниям, куда можно и куда нельзя. Но самое ужасное – это консервативные смаз-лифтинги. То есть это может быть какая-то инсайдерская информация, но я не могу смело говорить, потому что это из моей практики. Вот хуже этого нет ничего, потому что просто сжигаются все структуры внутри. Никакой действенной подтяжки это не делает, но вреда приносит очень много. И меняют топографическую анатомию. Нити можете пользоваться, это не так ужасно страшно. Ну, самое главное, это должен быть квалифицированный специалист, который будет соблюдать технологию. Филлер тоже, если он качественный, достаточно безобидно. Ну, мезотерапия – это прекрасно. Психологически для женщины она будет знать, что она получает какие-то витамины. Хотя витамины здесь подействовать не могут, но плацебо-эффект, он потрясающий, я только за. Какой смаз имеет смысл вообще делать? Deep Extended Plain Smaz Lift. Это общепринятый стандарт во всем мире. Это действительно смаз, который работает, который мало травматичен, который таргетен и который не оставляет после себя следов оперированного лица. Бескомпромиссный результат, очень длительный, который заметят все в хорошем смысле слова. Проблема рубцов там практически не стоит. Если же делать какие-то операции предыдущих поколений, то там уже все уже достаточно компромиссно. Риски большие, результат непонятный, рубцы и так далее и тому подобное. Пластическая хирургия, она абстрагируется от возраста, она решает конкретную проблему. То есть у меня, например, были девочки в 25 лет после массивного похудания, у которых обвисло лицо, я им делал смаз, они были счастливы. И некоторых такой связочный аппарат, который позволяет им выглядеть абсолютно молодо и в 70 лет, а у некоторых связочный аппарат генетически несостоятелен, и уже в 40 лет мы делаем лифтинг. В эстетической хирургии нет необходимых процедур. Когда доктор говорит, вам необходимо делать какую-то эстетическую операцию, бегите быстрее от этого доктора. Эндоскопический лифтинг лба и бровей – это малоинвазивная с миниатюрными разрезами волосистой части головы омолаживающая операция.
И она, как правило, должна выполняться, если есть показания именно с блефаропластикой. У нас нет задачи сделать такой лоб гладкий, как яичко. Мы должны просто ослабить эти морщины и убрать этот порочный круг, этой патологически сокращающейся мышцы, которая приводит к образованию этих морщин. Это все делается в составе эндоскопической подтяжки лба. Височный лифтинг – это небольшая часть эндоскопического лифтинга лба. Если есть показания к блефаропластике в том числе, она обязательно должна делаться вместе с этим височным лифтингом. Нецелесообразно это разделять, потому что это просто делать лишнюю операцию в нашей практике. Ринопластика и блефаропластика. Во-первых, блефаропластика бывает разная. Ну, какая бы она ни была, это абсолютно сочетаемые операции. Они не приводят к какому-то увеличению времени наркоза серьезного. Мало того, когда делается ринопластика трансконъюнктивальная, без разреза нижней блефаропластикой, то по моим клиническим наблюдениям быстрее уходит отек с носика. Это связано с тем, что при трансконъюнктивальной блефаропластике вся раневой эксудат, он дренируется непосредственно в конъюнктивальный мешок. То есть мы, собственно, гематому выплакиваем через слезный канал. Но это мои личные наблюдения. Может быть, коллеги некоторые не согласятся. Но я сторонник, чтобы на лице делать операцию комплексно. Это означает, что хирург должен сделать все операции, которые будут способствовать омоложению на лице, которые необходимы. Ну, собственно говоря, если есть лишняя кожа, нависающая складка на верхнем веке, то уже это поход к хирургу. Тут важнее другое. Нужна ли, если мы говорим о верхнем веке, изолированная блефаропластика, или все-таки основная проблема в опущенных бровях? Нужно просто подойти к зеркалу, поставить два пальца к наружной части брови и подвигать ее вверх-вниз. Эстетическая норма, эстетический эталон, когда бровь находится примерно в сантиметре от костного края орбиты. Костный край орбиты любой человек может нащупать здесь и посмотреть, где у него бровь. То есть основной вопрос, если уже есть избыток кожи, что делать? То ли делать верхнюю блефаропластику, то ли делать эндоскопическую подтяжку бровей с блефаропластикой. Делают ринопластику. Снимают повязку, да, гипсовую, хотя мы уже сейчас и повязку эту не ставим. И пациенту очень нравится положение кончика, в восторге. А потом, через пару-тройку месяцев, он просто приопускается, становится похожим на такую оплывшую свечечку. Все это не очень приятно. Вот это и есть проблема нестабильности кончика носа. Это самая главная задача, с моей точки зрения, современной ринопластики. Допустим, нам нужно поднять спинку чрезмерно удаленную, и пациент не знает, насколько он этого хочет. Тогда делается введение рассасывающегося филлера. И мы моделируем эту ситуацию, но она обратима. Это должен быть качественный филлер, который гарантированно полностью рассосется. Это должна быть качественная гиалуроновая кислота. Но проблема в том, что с помощью филлера пытаются решить проблемы, которые в принципе невозможно решить филлером. Допустим, приходит пациент с такой достаточно большой горбинкой, кавказским носом, которому пытались эту горбинку удалить с помощью филлера. Это абсолютно нелогично. Дело в том, что в области носа расположены специальные артериальные мостики, которые соединяют наружную систему и внутреннюю систему наших артерий. И если это вводить с помощью иглы, то можно сделать просто эмболию. Может наступить слепота, может наступить некроз. Это нужно делать только с помощью канюли тупой. Большое количество некачественного материала мы видим при введении в нос. Мы же все это потом видим на операциях. Хуже филлера в нос только нити в нос. Вот я буквально 3 дня назад
перед приездом в Армению, оперировал пациентку, у которой была там куча разных нитей, которые просто проткнули слюнную железу подчелюстную. Мы обычно по показаниям ее резицируем, но тут пришлось ее удалить, потому что она была нанизана как хорват. Да? На самом деле тут не все так просто, потому что вот то, что предлагается, это полное, как это правильно сказать, не знаю, только русский термин, разводилово, да? Когда с помощью каких-то ниток, каких-то там непонятных подтяжек просто подтягивают бровь и считают, что изменили разрез глаза. Если же действительно нужно придать глазу большую миндалевидность, это достаточно сложная операция. Она для пациента не тяжела, но она требует от хирурга такого знания орбитальной анатомии. Нужно просто прикрепить связочный аппарат. И порой смотришь на вот эти все рекламы, как кто-то там сделал вот здесь маленький разрез, что-то там подтянул кожу и изменил якобы разрез глаз. Если проблема на шее как обусловлена только лишь поверхностным жировым отложением и ничем другим, то, конечно же, липосакция – это прекрасная методика, которая быстро и навсегда решает все проблемы. Но если кроме поверхностного жирового отложения есть измененная платизма, возрастные изменения, есть глубокий подплатизмальный жир, а он очень часто бывает. Если есть провисание подчелюстных желез, если есть уже птоз нижней части лица, то липосакция, она ничего не даст. Тогда нужно делать уже другую операцию. Это глубокая подтяжка шеи. Это очень эффективный инструмент, который тоже нужно делать радикально и правильно. Иногда липосакция, вот эта безобидная маленькая процедура, приводит к огромным проблемам, которые потом трудно решать. Это скелетизация структур шеи, когда жир удаляют очень сильно, и это все выглядит очень некрасиво, как анатомический препарат, неровности на шее. Это потом достаточно трудно решать в ходе глубокой подтяжки. К липофилингу я отношусь крайне положительно, потому что это очень мощный инструмент в эстетической хирургии, который нужно, как я считаю, правильно применять. Есть куча областей в эстетической хирургии, куда можно вводить жир и получать результат. Липофилинг – это очень мощная методика, малотравматичная, которая позволяет достигать колоссальных результатов. Особенно в последние годы вот в реконструкции молочной железы после мастектомии. Если мы говорим о липофилинге лица, то это составной элемент любого комплексного омоложения. Как правило, жировая ткань вводится в область малярного мешка, в область перехода между веком и суфом, для того, чтобы хорошенечко закамуфлировать растянутые связки. Вторая область, наверное, самая значимая, в которой применяется липофилинг, это ягодицы. Это самая такая благодатная зона для применения липофилинга. В общем-то, точно такой же принцип. Мы всегда предупреждаем пациента, что может понадобиться дополнительная сессия для докоррекции, если мы не достигнем желаемого результата, потому что он рассасывается все-таки, рассасывается и значительно. И он может рассосаться с одной стороны больше, с другой меньше. Не прижиться имплант может из моей клинической практики только по одной причине – это гематома послеоперационная, которая переходит в серому, возникает такое вялотекущее длительное асептическое воспаление, то есть процесс запускается, постоянно эта жидкость накапливается в оперированной груди,
ее пытаются пунктировать, а все равно накапливается. В конце концов принимается решение, чтобы удалить имплант, дать тканям отдохнуть. В течение минимум полугода опять мы возвращаемся к этим срокам. И потом уже поставить заново. И вот запускающий фактор этой ситуации, это, конечно, дефект операции, это гематома. Ну, у меня тоже был такой случай, пациентка, я могу ее упомянуть, она жила в городе Геленджик, я ей делал комплексное омоложение, мы даже этот случай опубликовали в моем инстаграме, поэтому я так смело об этом говорю. И да, у нее была проблема, когда она пришла к нотариусу с детьми оформлять документы, это было уже где-то через, наверное, месяца два или три после операции. Там реальный бескомпромиссный результат, и женщина, нотариус, просто отказалась ей проводить какую-то сделку, потому что ну, совершенно разительная разница была с фотографией в паспорте. Ну, существуют необходимые минимумы, да? Но у меня это колеблется от 6 до 10 дней. 6 дней это, допустим, ринопластика или, там, допустим, увеличение груди. А 10 дней это какие-то большие операции. Но когда пациент понимает механизм, что может произойти, он просто сам организует свою деятельность под этой призмой. Ну не может человек быть долго без спортзала. Ну пусть идет. Но если он знает, что ничего не будет, если он походит на эллипсоиде, но если подскользнется и ударится грудью, получит гематому, потребуется операция, он себя будет просто вести осторожнее. Пациент через 6 недель должен стать обычным человеком без каких-либо ограничений.